Circulația trenurilor Marfare în zona transnistreană a fost stopată de Tiraspol în anul 2006, după ce autoritățile Republicii Moldova au cerut agenților economici din partea stângă a Nistrului să se înregistreze la Chișinău. Atunci, ca răspuns, oficialii așa zisei Republici Nistrene au pretins taxe pentru tranzitarea trenurilor. Azi, circulația a fost reluată. Economiștii agenți Moldova тоже вполне могут воспользоваться этим ходом, этим перегоном, этим участком для вывоза своих грузов и для получения импортных грузов с той же Украины и России. Это улучшение направлено на то, чтобы в первую очередь содействовать повышению доходов граждан, улучшению поступления налогов в бюджет. Это не означает только 30 вагонов или сколько вагонов будет в передвижении. Это означает, что экономика Молдовы, экономика Приднестровье будет иметь возможность не только в упрощенной, но и по нормальным тарифам развиваться. Angajații căii ferate sunt încântați de reluarea tranzitului trenurilor în Transnistria, deși au unele rezerve. Все будет зависеть от того, как отладят эту работу, понимаете? Еще столько будет нестыковок, что это я пока не готов ответить. Но вы думаете, сейчас работы будет больше, и движение откроет, и работа появится? Agenții economici spun că transportarea auto a mărfii e rentabilă atât timp cât punctul de destinație se află la o distanță de cel mult 200 de kilometri. Până acum, ocolind segmentul transnistrean, se parcurgeau 550 de kilometri. Это был крюк через Матиуцы, Бельцы. Это был затратный крюк, но тогда был ажиотажный спрос на цемент, и мы все это можно было себе позволить. Потом в связи с кризисом упал спрос на продукцию, упали цены, и мы уже не могли выходить. Сокращается путь, сокращаются затраты на перевозку грузов. Securitatea garniturilor în timpul tranzitării prin regiunea transnistreană va fi asigurată prin controlul efectuat în punctele din Varnița și Râbnița. Deocamdată nu s-au anunțat însă și tarifele de tranzit.